Всем привет, друзья, с вами снова Саня, это Лиска, и мы отправляемся в наше путешествие в Португалию. Это будет наш первый влог. Да. Мы вот собрали вещи здесь. У нас тут мой чемодан, точнее мой рюкзак, Лискин рюкзак, и эти вещи, которые мы на себя оденем, потому что у нас 90% вещей, наверное, не улезло, мы не покупали отдельно чемодан, у нас только ручная кладь, поэтому постараемся, чтобы... Ну, на себя будем одевать, если что. Закрывай. Однозначно можно сказать, что пробираться по снегу в летних ботинках – ужасная идея. Но так как у нас мало места, поезд уже, тогда мы бежим. Прибыли на станцию поезда, который идет в аэропорт. Сейчас поднимемся. Ну и все, уже мы в аэропорту. Мы прошли контроль в аэропорту и теперь идем. Вода у нас куплена, но в целом-то ничего не надо. Надо найти монитор, на котором написано. Народу просто никого нигде нет. Потому что вечером летит. В общем, все, мы прилетели уже в Фару аэропорт, точнее Фару. Теперь ищем, откуда отходит автобус. Ну, пока не очень понятно. Осматриваемся. Погодка теплая, где-то градусов 20, наверное. Да, Лиска? Спустя еще, сколько, минут 45 езды на автобусе, мы уже уставшие, не спавшие. Мы прибыли в Албуфейру на автобусную станцию. Теперь нам надо... Да, здесь вообще тепло. 23 показывал в автобусе. И даже ветерок теплый здесь. Ну и теперь мы отправляемся в наш отель на заселение. Нам надо немножко подождать будет. Мы что-нибудь попьем, поедим. И пойдем на заселение. Доброе утро, друзья! Всем доброе утро! Мы погуляли вчера, получается, мы прилетели рано, но ждали у Макдональдса, там был офис еще 4 часа в этой Альбуфейре. Мы прилетели в аэропорт Фару, доехали на автобусе в Альбуфейру, и потом ждали там где-то часа 4, когда нам дадут наконец-то ключи. Я зашел еще, благо, чуть раньше, они мне дали ключи, и мы смогли зайти в нашу эту апартаменты. Сейчас я вам покажу, потому что мы спали практически 15 часов, это редкость даже для меня, они очень большие, вот там вход, вот там комната спальня, там Лиска, поэтому пока не покажу. Вот такой у нас, такие апартаменты офигительно огромные, на самом деле. Вот здесь душ. Сразу включилась вентиляция, везде висят вот такие обогреватели. Кухня с островком, очень большая. Все кухонные приборы есть. Уже все есть. Вытяжка, даже с нее не сняты эти. Не уверен, что она новая, но, скорее всего, недолго она. Здесь была потом духовочка. Я вчера уже в ней пиццу зарядил. Перед тем, как спать. Сейчас на утро выпил два таких у них протеиновых напитка. Они по 25 грамм белка, то есть 50 грамм белка вместе. И, кстати, они всего 83 цента. Это даже дешевле, чем в Испании. Сейчас еще так долго спали, но все равно выпью себе два энергетика или один. И тогда пойду Лиске за водой, она хочет кофе. Дальше у нас здесь вот стол. Такой диванчик, второй диванчик, два стула, телевизор. И балкон. И там бассейн, но в нем никто не купается, потому что не очень-то шибко и тепло пока что. Ну, написано 16 градусов. Вот такой у нас балкон. Вот такой вид. Сейчас допью энергетика, можно выдвигаться. Это наша первая поездка в Португалию, и пока очень впечатляют виды. Здесь такие пляжи необычные.
они отличаются от Тенерифе, где мы последний раз были. Но пока нам очень нравится, особенно то, что в январе такая еще погода. Зашли мы в какой-то последний бар в старом городе, решили чуть-чуть выпить, и тогда по кругу пойдем уже примерно в магазин. Нам надо еще сим-карту купить, потому что моя это, точнее, карта памяти, которая в камере, она, к сожалению, не слишком медленная, она поддерживается, но очень медленно записывает, и поэтому камера периодически выключается. Поэтому, чтобы таких проблем не было, мы купим какую-нибудь побыстрее, и можно будет больше снимать. Кстати, тоже очень красиво выглядит. Гора сзади. Ну скажи, как есть, твое пиво, мое кола. Да. Как вам? Красивый вид? Да, спасибо. Фух. Ну, домой идти, да, нам. В горку ползем. Казалось, чуть надо пройтись. Пойдемте и посмотрим, что Сяська делает. Ага! А что мы тут делаем? Пробуем. Ну, лимонад. Хороший пилснер. Тоже зеро калорий. Не повезло, ребята, камера слишком медленно сфокусировалась. Ага, пьешь? Да. Разовые щеки. Новые кадры. Нифига, качество хорошее. А что у нас там? Це португальский... Це пиво. Нет, это португальский энергетик. А, пиво, что ли? Бля, не то продали, сука. Я же португальский энергетик просил.